На самом деле в этом году мы освежили кровь. Катюша на следующий год, то есть не привлекли пальчик, как Юрий Дендрюк. На мой взгляд, потенциальный грантуровец, у которого, в общем-то, неплохо складывались свои результаты в 2010 году, в 2011 году, но потом произошел застой в команде Лотер, многолетний контракт, где там был долгосрочный контракт, плюс такие натяжные отношения с руководством команды, они, конечно, не привели к тому, чтобы человек раскрылся. Но он находится в самом своем таком оптимальном возрасте для грантуровца. Я думаю, что команде Катюши он раскроется. Так же, как раскрылся в свое время Александр Кристоф, также достиг всех своих высот Яким Родригес по играм. Вот второй человек у нас, на которого мы делаем определенную ставку, Рэнни Тарамай, который прикроет направление многодневных гонок. Вот, и тоже попробует, пойдем все попробовать себя в гран-туре. У меня для этого есть все, есть гора, у меня есть разделка. Хватит у меня терпения на 2 недели. Вот, и мы можем поверить. Вот. Из россиян у нас Эльнур Закарин. Нашим лидером команды, я не постесняюсь этого слова сказать, и, соответственно, вот Эльнура тоже идет свое направление, идет свою программу.